нас новое видео на канале. Едем осматривать утопленник, куклу. Едем, наверное, осматривать и покупать. То есть, как бы, сидим сразу с телефоном в руках, будем делать осмотр, и если все нас устроит, сразу ее заберем. Она стоит по Buy It Now, звонит один из вас, говорит: Вова, давай быстро, быстро забирай ее нахер. Я говорю: давай хоть посмотрим. Поэтому давайте хоть посмотрим. У нас выпал снежок, вот такая погода, и до аукциона осталось 5-9 мили. В общем, скоро будем там. Осталось буквально 30 секунд. Одна минута, 800 фит. Вот, уже начинается забор аукциона Копар. Тут мы заезжаем сюда. Ну и сейчас узнаем. Во-первых, покажет нам эта топлика куклу или не покажет. Но я думаю, что должны, а как оно будет на самом деле. Ребят, мы сейчас все с вами увидим. Что-то тут сегодня какой-то непонятный движ. Народа, мама не горюй. Смотри, сколько машин. Я думаю, это все работники Копар. Действительно много. Здесь погрузки, загрузки. Ну вот, давайте здесь остановимся. Первое, что делаем, это, конечно, регистрируемся, что мы приехали сюда. Интернет здесь не очень, но как есть. Видите, как хорошо, что есть фотографии. Не было бы фотографии, было бы просто задница. Ты должен ходить по улице, что-то там искать, короче. Ждать нам 5 минут. Ну еще ждем. Зарегистрировались. Короче, можете вообще, можете охуеть вместе со мной. А я приехал, а мне говорят, ну только из-за того, что вот такая погода, снег, мы не делаем превью на Копар, и все. Говорит, ну только из-за погоды сегодня, вы не можете посмотреть. У нас аукцион завтра, вы серьезно? Жесть. Платье. Вот он, все. Так, все очищено, водичка везде есть. Ну да как, там было непонятно докуда. Честно, видно, что кукла убирали хорошо, но тонула она нормально, я вам скажу. Вот докуда она тонула, вот ватерлайн, до половины. Нет, не нужна нам такая машина. Опять же, сейчас заказчику скажем. Да, вот здесь была машина. Для водички до половинки. Жесть, конечно. Ну, сейчас давайте звоним заказчику. Ну, я на камеру снимаю. Ну, ровненько до половины. Видно waterline. В бардачке водички нет, в маленьком. Но вот, знаешь, как педали уходили, по большому счету. То есть, кукла. Вода была в бардачке, в разделительном тоже. То есть вот так вот. Задние сиденья тонули до половины. Видно, как вода стояла. Ее чистили, все. Но сиденья видно, как тонули. Ну, рекомендации, Вов, скажи. Твои рекомендации. Я бы ее не брал, потому что, я тебе скажу так, вот до пояса она тонула. Вот я если стою, вот видно линия. Я снимаю как бы на камеру там сюда, если честно. Она не нужна за эти деньги. Вообще. Все, имеется в виду. Ну вот, съездили, осмотрели. Не берем. Вот такой наш вердикт. Вот такое вот у нас видео, ребят. Конечно, ну, жестко, да, вы видели? Наебалово жесткое. Машина тонула до половины. Но на коже видны даже, ну, не подтеки, а именно уровень воды. Поэтому нет, мы не берем, поэтому возвращаемся на базу. Все, вот такое у нас было кратенькое видео. Нужны такие услуги, нужны осмотры. А хотите бы выбрать нормальный автомобиль из США, Сим Моторс, вот номер телефона. Всех жду.